качество дорожного покрытия обсуждали сегодня и на совещании в городской администрации. Уже с февраля наблюдается активное образование дефектов ям, сколов и трещин. Ранняя весна ускорила негативные процессы, а сейчас ямочный ремонт ведут 10 дорожных бригад. Применяется литой асфальт, одна из самых современных и эффективных технологий. Подрядная организация «Стройдоркомплекс» выполняет гарантийные работы по ремонту проезжей части по улице Мичмана Павлова и улице Тимофея Кривого, ОАО «Дорекс» по улице Гагарина, Мрапосадскому шоссе и проспекту Максима Горького. За качеством работ тщательно следят специалисты администрации. Мало того, свои адреса будущих ремонтов на сайте столицы оставляют и сами жители. С точки зрения безопасности, на дорогах города существует и другая проблема – опасные пешеходные переходы. На пешеходном переходе магазин «Сафир» у нас там раз постоянные наезды происходят. Это потому что не один раз, а очень даже такое место очень опасное. Поэтому здесь надо продумать, как сделать, чтобы не было наездов. У нас там дети переходят. Управлению ЖКХ и благоустройству города поручено убрать пешеходный переход в первом полугодии. Напомним, что чуть выше и ниже этого места на площади Республики и около МВД есть удобные переходы. Родион Архипов, Василий Мухаметов, Республика.